На прошлой неделе владивостокцы отправились прямиком во времена своей молодости. А все потому, что в город приехала легендарная группа «Руки вверх». Артист Сергей Жуков встретился с блогерами и журналистами. Вот когда мы раньше выпускали альбом, например, в 97-м году, то только через полгода он доходил до Владивостока, например. То есть, например, когда мы выпускали его в Москве там, 1 мая, то через 7 дней он... Кассеты, естественно, тогда доезжали только до сюда, пока начинали продаваться, то есть везде была задержка. Среди прочего, солист группы 90-х рассказал и о своих планах на будущее, а именно поделился информацией, которая наверняка порадует поклонников творчества коллектива. Если бы вы знали, какое количество запросов идет от всей молодежи, вот, с предложением сделать совместные песни, вот, можно было бы вообще ничего не петь, не выпускать, только с ними делать все подряд и так далее. Я так приоткрою занавесу, может быть, тайны специально так сейчас. Есть еще один мега-артист современный, молодой, с кем мы еще не делали никаких творческих работ. Один из популярнейших артистов сейчас в России. И вот с ним мы сейчас работаем над совместным творчеством. Больше ничего не скажу, вот. Но это должно быть, наверное, очень, ну, как минимум скандально. Ну, то есть, как минимум, это должно быть интересно. Также Сергей Жуков поделился с журналистами, что очень любит приезжать во Владивосток и дарить слушателям свои старые и новые композиции. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.